Всем привет, меня зовут Дмитрий, а это мой автомобиль Toyota Chaser. Я уже был на канале, но сегодня мы снова едем на Минку, и в этом видео мы будем биться с реально быстрыми и жесткими вагами. Всем приятного просмотра. С нами согласилась погонять ТТРС на Даза Моторе Stage 2. Это просто праздник какой-то, хоть кто-то не слился, да? Ну мы с ним уже гоняли. Ну я знаю, но зрители этого еще не видели. Вот, а напомню, у тебя какой мотор? Первый GZ на турбине BorgWarner 200 SXE. S200 SXE, мощность 550 сил. Ну, примерно. Где-то так, да? Где-то так, где-то примерно. Так. Ну, сейчас посмотрим, как мы заедем с ТТРС. Это один из быстрых вагов на Минке. Ты готов? Я готов, да. Там не перепутаешь ничего по передачам? Не должен. Ну, все. Все, давай, выравниваемся и едем. Подъезжай к нему, подъезжай, подъезжай. Все, считаю. Раз, два, три. Хороший старт! Поехали! Отлично идем! Старый GZ может! Отлично вообще! 280, если спидометр не врет! Так, мне некомфортно, бросай! Бросай, блядь! Спасибо, что бросил! На 280 в Чайзере его начинает потряхивать так, что становится прям не по себе. Ну, тебе нормально, а мне непривычно. Я столбы, понимаешь, я каждый прям крестиком отмечаю, такой, хорошо, что не в этом. А, стоп, мы же на Чайзере, мы же не на марке, все нормально. Ты давай там аккуратно, главное. Равняйся. Равняемся, я считаю. Тут камеры нет на мосту? Но камера, видимо, нет, раз молчит. Ну, раз молчишь, значит нет. Начинаю отсчет. Раз, два, три. Хорошо, опять пошли. ТТшка чуть лучше поехала. Давай. Давай. Скажу так, во-первых, тачка едет. Тачка едет офигенно. Это раз. Два, блин, не страшно. Когда видишь на спидометре 300 и понимаешь, что ты на заднем приводе и не на современной машине, ну реально, не по себе. Да, все отлично на заправку. Прям не по себе. Но, блин, сейчас там просто тобой все гордятся. Без вариантов. А сейчас я расскажу вам про конфигурацию моей машины. Это Toyota Chaser 99 года выпуска, мотор 1GZ, установлена турбина BorgWarner S257 SXE с горячкой 0.83 на кастомном твинскрольном коллекторе с двумя гейтами TIAL. Также стоит дополнительно установлен интеркулер 100 мм от Nissan GT-R. Доработана топливная система, установлен более производительный топливный насос на 400 литров в час. Топливный регулятор Аэромотив и форсунки Bosch 1000 кубиков. Все это настроено на мозги ВЕМС. Мои настройщики — это Саня Бояров и Андрей Сков. Ориентировочная мощность примерно 550 лошадиных сил. Время разгона 100-200, 6,5 секунд. А ты представляешь, с нами согласилась заехать Audi RS6. Да, Stage 2. Stage 2 Seven Force. Сколько? 750. Ну, где-то так, да, мне показалось 950, нет. 750. Ну, он, короче, прям сильный-сильный соперник по любас. Заедем, посмотрим, он должен ехать стабильно там 6 из 6 даже, наверное. Поэтому вот прям будут заезды, так заезды. Все, ну, за тебя болеют. Мы не боимся проиграть, если что. Я готов со всеми ехать. Главное ездить. А то ты приезжаешь, вот это вот стоишь, куришь. Я со всеми езжу. Бамбук. Кто предлагает. Считаю. Раз, два, три.
аппарата, от него скаканул. Я на это не рассчитывал. Да ладно! Он не догоняет! Он не догоняет! Так, харе! Догоняй! Мы бросили, но там 280 было! Как вы уже поняли, это экспериментальное видео, я его вот немножко прерву, это не реклама, мне просто интересно реально ваше мнение, не поленитесь, напишите комменты, что понравилось, что нет, что по-вашему лучше увидеть, ну и помимо этого, насколько реально хорошо прет чайзер. И сейчас будет небольшая просьба личная от меня. Я улучшаю свой контент постоянно, я стараюсь сделать лучше, 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 и вы замечаете это, то есть вы видите, что реально последние там пару месяцев намного лучше, чем полгода назад. И я стремлюсь к тому, чтобы сделать еще лучше. Но вот у меня есть один небольшой момент. Я вижу все меньше переходов по ссылкам, потому что вы ленитесь. Я, видимо, давно уже не прошу этого делать. И вот я еще раз напомню и попрошу, ребята, пожалуйста, если вы видите ссылки какие-то в описании, если вы видите рекламу видео, не поленитесь, пожалуйста, перейдите, пощелкайте хотя бы через раз. Мне это очень сильно поможет. А мы дальше давайте видео смотреть. Ну ты красавчик! Сейчас мы его должны объехать, поэтому... Это было неожиданно! Раз, два, три! Давай, 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 давай! Не, он получше в этот раз пошел! Давай, дожимай его! Давай, блядь, догоняем! 280! Там поворот! Хорошо едем-то? Четко едем, вообще. Вообще четко едем. Мне, конечно, смешно, но это те самые моменты, когда современный ВАК просит продуться и остыть, короче, в полкруга. Даже не нагрелся еще. А мы такие, типа, не, ну слушай, ты его грамотно реально сделал, не греемся, ничего, вообще круто. Прям пушка. Считаю. Раз, два, три. Ого, Никирал прыгнул! Нифига себе! Вот это он продулся! Охренеть! Вообще разница дикая! Так, нам на заправку. Спасибо, а то два ночи дома спать хочется сегодня. Красавчик, красавчик, продулся. 140, 160. 80, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Вот так. Красавчик, красавчик, продулся. 100, 200, 6, 68, 200, 250, 6, 39. Мы поехали. Ладно, такой тачки. Такой тачки не грех слить. Вообще не грех слить. Так что, блин, в любом случае, красавчик. Да я доволен, конечно.
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Это видео было чисто про мою машину и про заезды с реально едущими вагами. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, в следующем сезоне мы станем еще быстрее и вновь посоревнуемся с новыми технологиями. Так что до новых встреч!